Подрядчики снова жалуются на погоду и вновь отстают от графика. В администрации Кирова подвели предварительные итоги реализации масштабной программы «Безопасные и качественные дороги». Подробнее Лариса Добриянова. Напомним, для реализации ремонта дорог в 2017 году были привлечены бюджетные средства всех уровней. Более 600 тысяч рублей были выделены из федерального бюджета. Сегодня работа по замене дорожного покрытия на 61 отрезке дорог выполнена почти на 20%. По состоянию на 4.07.2017 у нас выполнены и изданы в эксплуатацию 18 дорог протяженностью 17 километров, что составляет от общей площади 19,8%. Общая стоимость отремонтированных и принятых дорог составляет 215 186 000 рублей. Ремонт всех отрезков дорог, который запланирован в этом сезоне, должен завершиться в августе. Однако уложиться в указанные сроки подрядчикам мешает дождливая погода. Очень мероприятие не позволяет развернуться в полной мере на сегодняшний день по улице Украинской выполнены работы на 92% по устройству верхнего слоя покрытия, остались только съезды по второй Кирово-Русской из 22 километров на 300 выполнены работы. Тем временем администрации Кирова был запущен новый интерактивный проект «Карта ремонтируемых дорог». Жители могут зайти на сайт и в специальном разделе открыть приложение, выбрать район, улицу и посмотреть, когда запланированы работы, какая подрядная организация их выполняет. Самой главной функцией является возможность оценить деятельность подрядчиков и сообщить о нарушениях, если таковые имеются. Мы решили проверить карту в действии. Согласно интерактивной карте, ремонтные работы сейчас ведутся здесь, по улице Красная Звезда. К этому моменту по графику подрядчик должен был выполнить фрезеровку дорожного покрытия. И, как мы видим, эта работа выполнена на 100%. Только что закончился дождь, поэтому в данный момент никакие работы не ведутся. Никаких нарушений мы не нашли, поэтому смело можно поставить положительную оценку. На интерактивной карте отражены и уже сданные объекты, например, отрезок автодороги по улице Мопра. Гарантийный срок нового дорожного покрытия составляет 4 года, поэтому кировчане, обнаружив дефекты на дороге, через несколько месяцев или даже лет смогут сообщить об этом через сайт администрации. Лариса Добриянова, Кирилл Дашевский, Вести Киров.